Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаю сборку интересного американского бронеавтомобиля морской пехоты «Кагуар» от фирмы «Мэнг». Набор довольно интересный, покрутил его в руках. Очень понравилось литье, количество деталей и небольшое, и не маленькое. В сборке набор должен быть интересным. В наборе дается два варианта сборки. А-вариант Кагуар 6х6 и Б-вариант Кагуар 6х6 ХЭС. Мне понравился больше вариант ХЭСа. Буду собирать его. В инструкции, чтобы не перепутать детали, все хорошо показано и расписано. Только нужно смотреть обозначение А символом и Б. Подготовим детали и начнем сборку согласно инструкции. Срезал деталь, зачистил. И даже для особо невнимательных здесь указаны мелкие буковки вариантов сборки. Даже несмотря на инструкцию, мы знаем, где просверлить дырки. Конечно, к созданию данной модели фирма подошла очень хорошо и очень приятно собирать такие модели. Что скажу уже по пластику. Пластик в обработке понравился. И не твердый, и не мягкий. Нечто среднее. Очень хорошо детали срезаются с литников. Пластик не хрупкий, не остается больших выкусов, если кусачками пользуетесь. Обрабатывается очень хорошо, как и ножичком зачистить место среза можно, также и наждачкой. Сейчас быстренько сделаю дырки или сквозные отверстия. Будем собирать дальше. Посверлил отверстия, подготовил, собрал рессоры. Ну и теперь потихонечку будем собирать саму подвеску. Смотрим внимательно по инструкции, как собирается. Все хорошо встает в пазы. Надо сразу прихватывать клеем. Клей использую Мистер Хобби. Супер текучий. Очень быстро испаряется, хорошо склеивает и держит детали. Хватает буквально одного касания, и он растекается по нужной поверхности. Для каждой детали свое отверстие. Все хорошо подогнано, хорошо сделано. Самому расширять не надо. Все становится и даже держится.
советую модель для сборки как опытным моделистам, так и начинающим. На таких моделях приятно учиться. Вообще, сколько собирал фирму Мэнк, никогда не было никаких проблем. Даже если что-то и было, то все легко устранялось. Клей подсох, подготовил следующие детали, сделал лесенку. Очень хорошо сделано фототравление. Очень понравился рельеф. Смотрится на ящиках. Топливных баках. Сейчас по инструкции нужно приделать лестницу и поставить прицепное устройство. Поставил лестницу, собрал мосты, все очень хорошо и внушительно смотрится. Колеса очень хорошо сделаны, проработаны, диски, запасные колеса толково сделаны. Собирал. Ну, сейчас установим все на место. Передний рабочий мост. Передний мост. Теперь установим мосты. Конечно, очень в этом наборе мне понравилась стыковка деталей. Все становится на свои места. Даже без подгона, без проблем. Немножко подровнять, и все. Стоят, держатся даже без клея. Поставим передний мост теперь. Все безупречно.
немножко дадим подсохнуть, пока поставим кожух. Эти все этапы сборки мы уже выполнили. Такой получился бампер. Под него мы делали отверстие. Ну, его поставлю потом. Сейчас установим баки. Модель собирается очень быстро. Что мне понравилось, это вроде бы и деталей много, но нету такого дикого членения на мелкие части. И не нужно сильно много обрабатывать и зачищать. Шва пресс-форм практически нету. Немного прохожу лезвием, и все отлично получается и убирается. Сделал баки. Ну и сейчас поставлю бампер. Немного неудобно на видео. Сейчас выключусь. Быстро поставлю. Установил бампер. Вот так на данный момент получается. Сейчас поставлю колеса и посмотрим, ровно ли на 6 точек станет автомобиль. Конечно, машина смотрится внушительно. Даже нижняя часть уже смотрится внушительно. Высокий будет автомобиль. Берем инструкцию, поставим на коврик. Так вот смотрится. Все, автомобиль встал. Хорошо. Все колеса крутятся. Отлично. Ну, на данном этапе эту серию буду заканчивать. Не люблю длинные серии. Ну и в принципе подвеску, ходовую часть мы собрали. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо за подписки. Комментируйте, пожалуйста, видео. Что нравится, что не нравится. Стараюсь все делать, как вы просите. Ну и огромное вам спасибо за поддержку. Всех благ вам и вашим близким.